Иди проверяй. Надо меня убивать. Вот... Надо. Надо тебя... Эй! Он убежал. Кого убил? Я не нашел его, Дроузи. Так он в... Да вон же он. Да какого... Ладно. Вот он! Да блин! Что? Нет? Ну... Свободно. Он был пеликаном. Ну, ясно. А Посейдон убийца или нет? Я нечаянно на пробел нажал. О, нифига. Так иди писи. Я не понимаю, иди, его Посейдона, Посейдона иди. А вот теперь можно уходить. Да. Я двоих спилил. Линча и Мимика. Можно теперь уходить. Я в безопасности. Я в безопасности. Очень странно. Роли. Охуеть, спасибо, блядь. Да, пожалуйста. А, труп был в электростанции на входе. Верхнем. Это не Канада? Ну, блин. Это Канада или нет? Джек, надо встретиться. А, блин, у нас профессионал еще. Слышишь, Джек, надо... Боже. Это не Канада. Я знаю, кто Канада. Кто Канада? Кто? Сейчас чуюсь. Да, ребята, у нас есть утка, которую мы не знаем. Одного человека, кто Канада, но я не хочу говорить. Ну и правильно. Блин, как же мне фигово. Хуя, зачем за человека было? Так, скип получается. Ну, я пока что видел только блохастого и Джека. Да ладно, иди ты нахуй со своим блохастым, блядь. Зайка. Плюсую, Джеймс Кот, плюсую. Я не блохастый. Но ты кот. Он домашний. Он... Да, это я. Слышь, ты чертила, бля. Я не чертила, я бог Марии. Что это? Это автобус? Я хочу под автобус. Господи. Это Посейдон кого-то сбил на автобусе. Где Джек? Ну, он сказал, что он там, где ты это самое. Блять, мини-игры веселее игры. Нет. Чего, Джеймс? А как понять, кто со мной? Так ты, если у тебя такая роль, то ты увидишь. Давай, давай отойдем, я тебе так, расскажу, что покажу что-нибудь, пошли со мной. А бонусы, бенсы. Раз, два, три. What?
Сука! Блядь, да что здесь вообще делать? Давай я пойду, а ты это... Кто проверяет, собрались? Звонить в телефон мы будем. Алло, алло. Антихорнет. Да, я думаю, антихорнет, что... Антихорнет? Перепрыгивал шарик уточкой. Что вы делаете? Джек, ты где Блохастова потерял? А где Джеймс умер? Где Джеймс умер? Они видели. Мне кажется, что это руки. Короче, я с ним расстался секунд 20-30 назад где-то. Он растворился у тебя в желудке? Я был в радиостанции, туда кто-то подошел, и Джеймс. Джеймс сперва ушел, и еще... Ну нет, сперва кто-то ушел, а потом Джеймс. Я напугал просто по приколу. А он сдох. Это кто-то с нами в одной комнате? Нет. Он типа... Я была с Таней весь раунд, она не могла никого убить. Мне сложно думать, кто, в кого это самое. Мне что-то тяжеловато здесь. Так ни в кого, если у нас нет никаких... Какое единодушие? Аж что-то мокро в глазу. Пожалуйста, не забывайте, блин, слишком большая карта. Возможно, его убили в подвале. Да какого? Это Онь вообще. А что делать? Подожди. Как прыгать? Как-то прыгать? Ну, на ЛКМ. Это как вот эта обезьяна, которая бросает бочки. Я понял. Это все игры в стиле 80-х. Да какого? Блин. А куда? Куда, блин? Это подвал. Смотрите, чтобы вас автобус... Сюда. Сейчас как нож. Я сделала. А, молодец. А что это за задание? Я Шмелни нашла, Шмелни здесь. Шмелни, я с Танчиком по телефону говорю. О, передавай привет. Алло, Таня, алло. Ай, могу это умора. Шмелни, а ты тоже можешь с нами говорить? Алло. Алло. В смысле? Что? Короче, кто-то убил Алину, пока мы с Танчиком и Шмелани, и Алиной, и Посейдоном разговаривали по телефону. Пиздец, а как это произошло? Так, ты и кто вы с нами был вот в этом в аппарате? На аппарате? Я. Я Шмелани, Алина. Я. Блядь, я была на другом конце провода. Я клянусь, не я, это какая-то хуйня. Угу. Вообще не ожидала. Я тоже не ожидал. Два человека знают мою роль. Танчика и Дромзи, я говорила. Мелани, прошлый раунд мы были вместе. Не, ну, но Дота, ты знаешь, что это я не мог, потому что я как раз говорил алло, и тут ты зарепортила. Да все говорили. Ну, слушай, ты же до этого где-то еще был. Логично? Не, ну сейчас, когда зарепортил. А может, мы не увидели, кто-то к нам подошел и ёбнул? Есть же такой вариант. Ну, это, скорее всего, профессионал. Ну, невидимка. Нет. Но у меня уже складывается подозрение на определенного человека. Могла Канаду зарепортить? Если профессионал. Нет, мне Канада вскрывалась. Это не Канада.
Ну, Шмелани какая-то подозрительная. Какая классная. Но у меня есть подозрение на одного человека, я сейчас проверю его. Так. Телефон, это круто! Мне понравилось. Так. Что происходит? Ребята. Что происходит? Да. Ну, мне не нравится один человек. Что? Иди проверяй. Надо меня убивать. Надо. Надо тебя... Эй! Он убежал. Ты кого убил? Я убежал не нашел тебя? Его. Да, Дроузи. Так он в... Да вон же он. Да какого... Ладно. Вот он! Да блин! Что? Нет? Ну и чё? А кого ты убил? Мини-чайно, но я хотел и Дроузи. А ты шериф или кто? Я шериф. А... Ладно. Я мститель. Ну понял, где просто убивай её! Убивай её! Наброска на 24,7. Бля, Таня же может убить её, чё она? Таня. Она боится. Не, она уже не сможет. Блин, ну вообще. Давай, Таня, ты не красавица, Таня, молодец! Молодец! Хорош! Хорош! Я была уверена, что она не догадается убить! Сука! Так она первый раз не догадалась. А теперь все догадалась. Шлиф убил. Я прям сразу слышу, что это ученица Шмелани. Такой же голос, только, знаешь, по чуть-чуть слегка моложе, такой разъебало. Мелани. Да. Это ты что? А Дота же действительно была знаменитостью. Ты видела это? Когда? В какой катке? Да в этой. Ладно, все, ты же убийца была. Угу. Не, я да не короче... знаю. А, да, я не видела. Я... Угу. Что? Окей. Трупы не... Я пошла за ребятами, а ты... Вот что я хотел сказать. Что это было? Я за ребятами пошла, чтобы труп... Ну, она труп нашла, позвала меня, и я позвала парней. Как будто... А, короче... У неё как будто бы залагал микрофон. Интернет, скорее. Да она с телефона и с хуёвым интернетом. Чего? Дота там жрет что-то, чипсики. Как обычно. Да. Хотя нет, она мороженое в основном кушает. Инфы слишком много. Дота, нам надо встретиться. Дота. Чего? Не боитесь, он опять подумал, что я могильщик, короче. Дота, нам надо встретиться. Детектив. Хорошо. А что ты решил, что он подумал? Давай, где я тебе показал? Может быть, его кинули. Просто в прошлый раз так же, я сказал, типа, трупы не репортите, он попытался меня могильщиком, типа, ёбнуть, а я был детективом. Или может... А я думаю, что его убили. Ух, за сейчас в следующем посмотрим. Алла, Стоун. Так, задание. Стоун, ты бомжар? Чего? Джек, какой уже... Так, обед бомж. Дота. Это что за задание? С картошкой. Погоди, что?
Я говорю, это пипял, у меня сегодня убийца вообще не выпал ни разу, а Джеку шестой раз уже дается убийца. А чё ты решила, что он убийца? Я не знаю, ну... Я думаю, что его убили. Либо его убили, либо он промахнулся. Мне тоже хочется быть убийцей. Я даже не знаю, как вот там вот работают вот все эти, ну, предательские эти. Господи, почему так лагает? Здрасте. Куда полетел? Слушай, а просто вот эти вот какой-то монетки... человек сказал, что он забайтил Джека на роль свою, и Джек выстрелил. ХЗ, да. Ну это Хорнет может так сказать. Что? Что? Я его не трогал. Я бы, если я стоял, то я должен был телепортироваться. У нас связь в игре. Угу. У нас в игре Эспер. О, он, короче, он с нами разговаривал, а потом взорвался. Угу. Ну. Ладно, пойди. Я хотел сделать. На всякий случай, чтобы Эспер не убивал еще людей, пока мы ждем здесь. Потому что это Эспер. Ну вы убил. Еще так все встали, конечно. Эш. Ну это точно не Посейдон, что я могу сказать вам. Это не я, не танчик. Мы весь раунд стояли, я и... Стояли. Стояли. Ну, если так... А я слышал, как они разговаривали. Так что это не они. А значит, остается только Шмони, Диван и Аладдин. Арабская ночь. Эй, а чё я... Диван действительно с нами был. Я слушал, как они разговаривали. Я на телефоне стояла, хотела с кем-то поговорить. Да, тоже, что... Верно. Так давайте... Да, так давайте логически думать, вы стояли в толпе, и Эспер кого-то ебанул. Конечно. Нет, мы не стояли в толпе, я с Алиной и Доузи стояли вместе. Да, я просто никого в этой катке не видела, в чем проблема, кроме Аладдина в начале. Ну, я пока скип. Я могу сказать, что Танчику объяснять, как работает этот, ассасин, во. Потом ко мне подошли и говорят, ты что, ушки греешь? Да. Ты сам к нам подошел. Можно объяснить, что делать? Вот. Я случайно забрел не в тот переулок. Не, ну да, конечно, да. А чё в Шмелани? Реально, я скип еще что? Да. С кем ты там разговариваешь? Что за... Да. Так, чё тут? О боже, я ненавижу. Аппараты. Блин, ключ, бензин. И что с ним делать, с этим всем? У меня аппарат был, я не знаю, у меня ни разу не было это задание. Я и теперь боюсь делать таски. О, победа. О, мне два зеленых дали, мне теперь хватит на зеленый аппарат. У меня тоже есть зеленый аппарат уже. Блять, вас сейчас это... Давайте двигаемся тогда, двигаемся. Да. Ребята, автобус, во-первых, чего? Во-вторых, что-то у нас. Минус Алина, минус... Нет, я живу. Ебать, меня пронесло! Ясно, Танчик авантюрист. Танчик авантюрист, значит, можно ей доверять. Не! Вот сука. Я убийца, кстати. Алина! Ес, позвольте! Да что вы угораете надо мной сегодня, что ли, или чё? Шмелани, только не говори, что ты умерла только что от машины. Нет, я умерла от шерифа. Тоже неплохо. Я, короче, задаю трех человек, один из которых был мой напарник. Френдли пар, а ты по своим. Я смотрю его, он что-то там болтал, и смотрю его, что-то его и нету нигде. Ишкерим. А меня, короче, автобус откинул.
Мне кажется, Индрузия и Канада. Алло. Один, ты когда репортишь, ты давай какую-то информацию, где труп, что видел. У меня разлагало просто, я в школе нашел сверху. Ты просто уже это душевная информация, ты не понимаешь. 1 сентября уже наступило. В душе. Да, там ультразвук просто, ты его не слышишь уже. Люди, чем старше, тем они звук не слышат, ультразвук этот. Джеймс Скотт, Даур был в этой, в электричке, ну, где электричество внизу, а диван был в автоматах игральных, но он вылетел, он написан. Ну, почему вы думаете, что это Канада, если здесь полно убитых? Ну, это уже не Канада. Я... Брат, ты жив. У нас даже нету Канады на этом самом. Надеюсь, нас не забьет школьный автобус. А поехали в школу на школьном автобусе. Рванем-ка в школу. Вы чё, гоните в школе? Да вы чё, гоните? За что меня? Да нет, ты жив. Что, все, молоточком ударил? Угу, да-да. Мелька, ты кого-нибудь видела подозрительного? Главное, чтобы после света не было, короче, вот А типа в зданиях света. В канализации внизу лежит. Я видел там последний раз только Аладдина.
Да мы там почти все были, алё. Вот там вот было это самое, два кристалла, там что надо. Там был Аладдин и Ангел. И там вот все и... Были. Там всем были, был, там всем были, там было... Там... Нет, мы с Хорнетом наверх ушли. Вот, мы с Хорнетом наверх ушли. Спасибо, я вниз пошел, то есть мы сломали кристалл. Мы с Ангелом... Но это, а, не Алина, это не только. Я видел вот там вот и Хорната, и Ангела, вот там вот были все, потому что вот там вот мы ломали кристаллы. Аладдин телепередачу «Время» ведет, короче. Слушайте, я Ангела видела вообще вот живым, вот до репорта. Вот, говорю, я Ангела видел живым. Это не может быть Канада? Нет, не за... он внизу, то есть не... Нет, он не Канада, потому что он внизу, не знаю, внизу Канада. Кусочек лежит. Это Аладдин, знаешь, короче, скорее я всего. Я не думаю, что это Аладдин, потому что там было полно людей. Согласен. Ну, значит, ну это дабл был, типа, в кишке. Дабл? Там было двое. Там был А. Так. Надо дабл. Год его сделаем. Алло. Алло. А сейчас, погоди. Алло, меня слышно? Что? Все, давай. Я в безопасности. Я в безопасности. Убили Лотуса, а он больше зарубник. Что, вот все за рандом. Я еще спрашиваю Лотуса, ты мирный или киллер? И он такой, я мирный. Капец. Я в безопасности. Чего ты не знал? То я розовый, с розовым ником хожу относительно к тебе. Я первый раз за него играю. Так почитай. Почему? Блять, это. Блин, где ж Мелани? Шмелани. Посейдон-то киллер? Сожрать. И кого сожрать? Там. Там и. Посейдон. Он был пеликаном. Ну, ясно. А Посейдон убийца или нет? Я нечаянно на пробел нажал. Короче, Джеймс Кот был пеликаном, Посейдон его убил. Кто Посейдон, решайте сами. Да, я согласен. Посейдон, что ты? Мне кажется, это Лотус. Мне кажется, это Лотус. Я нечаянно на пробел. Он тоже розового цвета, и он нажал. Нажал. А мне только хотелось туалет отойти. Я стонал. Посейдон, как тебе роль? Я не буду тебе говорить роль в голосовании. Это моя, это всегда моя политика. Значит, была. Посейдон. Политика Посейдон. А мне тайной роли дороже победы команд. Он либо линчеватель, либо шериф. Ну, я не шериф. Я в Посейдон. Бля, Посейдон, скорее всего, либо Лотус тупой, был один на один, либо Лотус это моя логика, просто был один на один. Посейдон, как-то догадаться, что это был. Кажется, он глупый. Мне тоже кажется, он глупый. Мне тоже кажется, он глупый. Он, наверное, линча на Посейдона кинул, и все. Я линч. Блять, ну... Линч? Ты линч? Значит, он кинул. Ну ты уже все равно бесполезен. О, нет, ты живешь. Ну что, ты бесполезен. Поживи. То есть Посейдон просто так прирезал пеликана и... Он, я нечаянно на пробел нажал.
Ладно, кикайте меня. Вот ты и попался на канаты. Да? Да. Кстати, кто-то еще Максима убил. Нашел труп слева от участка в переулке. А я тебя шукал в Посейдон. Это не ангел, я с ним была всю катку, если что. Я за вами бежал почти что. И Элишку видела, но я ее видела немножко. И меня. Я прошу тебя о помощи, потому что я в туалет хочу сходить, блин. Посетить. Я в футбол играл. А я не. Я опять эту уточку с шариками прыгал. Мне холодно. О, нифига. И в туалете холодно. Так иди писай. Я не понимаю, я вот Посейдона, Посейдона иди. А вот теперь можно уходить. Да. Я двоих спилил, Линча и Мимика, можно теперь уходить. Все, спасибо, я отойду. То есть, не говорите роли свои не говорите. Я свою роль не казал, я тебе дам. Ты очень сильно спалился. Я не понимаю, как тебе не кинули миксы. Блять, 0 плюс 3 равно 19. Я сделал 4-х. Я сделал 4-х. Ты в школе не учился? Да. Какая школа вообще, блядь? И что такое школа? Да, что такое школа? Школа. Так, мне нужно для Доты делать много саботажей. Потому что она этот робот. Ой, блядь, точно. Ой, она такая прикольная. Она кого-то убила, да, наверху? Толстосува! И побежала, и побежала! Вот это как работает, понятно. Ребята, за мной в канализации бегал чужой, я охуела просто. Что? Я очень испугалась. Это, видимо, новый убийца вот этот вот. Он бегает в облике вот в этого зеленого рабочий. И я вниз спустилась, и когда хотела инфекцию убрать, и вот этот зеленый за мной бежал, я охуела просто. Да, только есть одна маленькая проблема. Я нашел Хорната, он детектив, и Аладдин со мной тоже делал квест. И он тоже умер. Он вышел из кишки, и он сейчас он мертвый. Может, это рабочий как-то что-то? Да, может, ребят, это Шмелани, ну, который его там увидел. Ну, я бы не рассказывала бы, я бы не за мирных, что вот такая вот фигня. Не знаю, ну, В общем, убийцы очень скрытно играют. Ну, детектив застрелил двоих, и. Кто застрелил? Шериф, да, застрелил, его убили. Мне кажется, это ассасин. Ну и кто? Я здесь, в кого голосовать? Ну, Шмелани говорит про кишку, в кишке труп. Ну ты нашел труп. Значит, циферка, все, пока. А в смысле я, типа, я могильщик, я нашел детектива, типа. А, ты могильщик? А чё ты молчал-то? А, блять, он ассасин. Ёб твою мать, мы въебали, сука. Все, пока. А чё, Дота ассасин? Так, сейчас будем делать этот самый. Сейчас будем делать саботажи. А кто убийца-то? Я. Я ассасин и Дота робот. Короче, Дота всегда за него бегает. Не, я её видел нормально. Погодите, нужно выполнить, погодите, не убивайся там. Это ты скажи Доте, я ничего не могу сделать. А как выпускать автобуса? Там... Ёбни Доту автобусом, бля. Я не знаю, как выпускать автобус. Блядь. Молодец, Дота. Я для тебя убил 4 человек, и ты доделала все. Дота, ну чё? Дота, мы хотели тебя автобусом убить. Ну да, действительно, да, это цифра, наверное, убил, который нашел труп, типа. Короче, в этом скине можно ходить постоянно. И вот и в канализации он реально быстрее становится.